17 сентября вся страна отметит День народного единства. Дата эта выбрана не случайно. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. День народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности. Поэтому очень символичной стала акция, которую организовала администрация Ленинского района города Бреста под названием «Дерево – символ единства». И первым, кто принял в ней участие, стали представители брестского филиала Белпочта. 17 сентября в нашей стране празднуется День народного единства. Сам праздник вообще подразумевает под собой единение народов. Мы хорошо понимаем и знаем, что в 1939 году Западная Беларусь объединилась с Белорусской Советской Социалистической Республикой. И вот это объединение народов передается и сегодня. Наше предприятие, Белпочта, с удовольствием работники нашего предприятия присоединились к данной акции. У нас во дворе есть аллея, липовая аллея, которую посадили наши коллеги много лет назад. И вот сегодня молодежь, старшее поколение с удовольствием присоединились к данной акции, и мы высадили молодые липовые деревья как единение прошлого поколения и настоящего. Как и несколько лет назад, представители Белпочты решили высадить 6 молодых лип. Такое дерево для посадки выбрали не случайно. Ведь липа – символ постоянства, долголетия и мудрости. Ветви этого дерева олицетворяют разнообразие, отходят от общего ствола и являются символом мироздания, развития и единства. Зеленое цветущее дерево – символ жизни. Сегодня в акции, в такой замечательный праздник, День народного единства, принимают участие все наши общественные организации. Это Белорусский союз женщин, это наша молодежь БРСМ и это представители Белой Руси. Дерево, потому что это корни, и все всегда идет из корней, с самого начала, из этого початка, да, и вот это корни, это углубление, что мы все одни, едины, да, и у нас с вами все одно целое, общее, и вот очень хочется, чтобы сегодняшняя молодежь из более старшего поколения, мы объединяемся, мы за наше государство, за нашу Беларусь, за наше процветание, и чтобы вот мы укреплялись и стали же такими сильными, как корни деревьев. Для работников Белпочты эти липы станут своеобразными разным символом Дня народного единства. Они были посажены с настроением, со вдохновением и любовью. А это то, что объединяет белорусов.